Сегодня у Фаниля Схатовича юбилей. Это замечательный человек. Давно в нашей системе, наш партнер в Тюмени. Вот. Пойдемте поздравим вместе. Здесь у нас, кстати, вот ремонт сделали. Но мы еще сюда добавим. Тут так не будет просторно. А то пока Люба с Ириной тут вдвоем сидят на 200 квадратах. Пока все пусто, что называется. Вот, но это временная история. Так, пойдемте, Фаниль Исхатовичу. Я, кстати, пока иду, думаю, что подарить. Это у нас стандартная проблема в таких ситуациях. Ну, я обычно, я думаю, мне вот, хватит, я сейчас. Возникнет идея. Так, Оксана Петровна нас встречает. Да, расскажи. Так, пойдемте. Где у нас там именинник? Фаниль Исхатович. Так, приветствую. Так, вот где Влад у нас, оказывается, у нас. Да, ладно, понял. Слушайте, так, приветствую. Фаниль Исхатович, сегодня замечательный день такой, я считаю. Просто классный. Вот. Уже я не помню, который раз вас поздравлять буду. Первый раз, когда поздравлял, но очень давно. Вот, я считаю, вы действительно талант, объективно совершенно. Вот сейчас уже партнер получается, да, тут в Тюмени. Вот. И я думаю, что только начало. Вот у вас замечательная команда. Ну, очень рад за вас лично. Вот, надеюсь, что годы не зря прошли в этажах. И еще столько же, что называется. Вот. Да. И что все развивалось. Вот я знаю, вы замечательный отец. Все хорошо. Там дети довольны. Вот. Венеру давно не видел, кстати. Она работает. А? Работает. Да, все нормально? Да, все хорошо. А где она сейчас, кстати? Она свой салон у нее, салон красоты. А, салон красоты, да. Ну, тут тоже нужно. Не... Творческий, да? Человек. Творческий, ну нет, ну все реализовалось, все нормально. Вот поэтому, что все дальше так же было. Вот, выражаю официальную благодарность. Вот, поздравляю от всей души. Слушайте, вы у нас, ну знаете, вот я сейчас историю вспоминаю. У нас же, получается, парней было очень мало. Мало. И вы, по-моему, один из первых вообще, да, кто это присоединился. У нас было там, по-моему, знаете, 100. Нет, как сказать-то правильно? То есть диспропорция была, так вот, диспропорция, так назовем, да? Мягко. Получается, я был Сергей Петрович и очень много девушек. Да. Вот. Раз у нас Фаниль Исхатович пришел такой, весь такой. Вот. И сейчас молодой, а тогда совсем молодой. Вот, я это помню хорошо. Вот, ну, у нас с тех пор сейчас гендерное равенство наступило почти там, плюс-минус, ну, да, одинаково, да, да, поэтому... Какой там промежуток времени было, когда, по-моему, девушек еще и больше становилось, чем мальчиков? Нет, парней имеется в виду. Нет, девушек было нет, больше. Нет, ну, сейчас стабильно, да, да, сейчас стабильно. Да. Вот, поэтому большое спасибо. Долго думали, что подарить, пока шли с моего кабинета сюда. Мы там как раз обсуждали что-то, к мнению не пришли. Вот. Ну, мне кажется, что для любого такого эффективного управленца всегда очень важен, ну, режим отдыха. Вот поэтому мы там решили там сертификат на путевку. Там решите куда, что называется, и с кем. Вот. Так что я думаю, что это внепланово. Внепланово. И тем приятнее. Все, давайте с праздником. Спасибо, Андрей Иванович. Все, давайте, спасибо. Пару слов хотя бы, давайте. Все-таки мы это, сколько уже, 15 лет, да, получается? 15 лет, да, нынче, кстати, в ноябре будет 15 лет. Я выражаю большую благодарность компании «Этажи», в частности, Лине Владимировне, вам, значит. Я в «Этажах» нашел себя, ну, как личность, проявился, скажем так, и надеюсь, на самом деле, еще столько же проработаю. Нет, слушайте, ну, вам 55. Да. Я смотрю, значит, на руководителей стран некоторых, многих. Так там 80 – это нормально. То есть 25 еще. Я понял, будем стараться, да. Вот, да? Так что все нормально, вы еще молодой вообще. А я вообще ребенок. Так что все нормально. Вот, с праздником. Спасибо, Илья Иванович, очень приятно. Все, держите.